Адидас или Найк? Найк. Белое или черное? Белое. Ди Каприо или Брэд Питт? Ди Каприо. Грудь или попа? Попа. Козы или колбаса? Козы. Сын или дочь? Сын. Секс или любовь? Любовь. Деньги или секс? Рок или рэп? Нет, деньги. Рок. Чики-брики или дон-дон-дзики? Дон-дон-дзики. Правда или действие? Правда. Рай или ад? Рай. Понятно или ясно? Понятно. Galaxy или айфон? Айфон. Пикачу или Эльза? Пикачу. Плов или плов? Плов. В кредит или накопить? В кредит. Трамп или Путин? Трамп. Готова ли честно отвечать на все вопросы? Готова. Сколько тебе лет? 21. Ты сейчас с кем-то встречаешься, замужем, свободна, разведена? Разведена и свободна. Брак — это ошибка? Нет, я прожила счастливые годы в браке, но в конце, конечно. В какой школе училась? В хореографическом училище. Почему бросила балет? Потому что не увидела для себя перспектив в этом деле. Какой ты национальности? Черкешенка. Черешенка. Все. Веришь в гороскопы? Да, да. А в Бога? В высшие силы верю. А в инопланетян? Нет. Твой фетиш? Курт и полные люди. Полного телосложения. Кем работаешь? Я блогер. Какое образование? Получаю высшее образование в Синергии, лучший университет. Что ты делаешь лучше остальных? Обманываю друзей, что? Выхожу, когда еще даже не собрана. Ты сама себя обеспечиваешь? Отчасти сама, но мама помогает. Сколько тратишь денег в месяц? Примерно 700. Сколько зарабатываешь? От 1500. Самый дорогой подарок от мужчины? Дорогого мне ничего не дарили. Самый дорогой подарок мужчине? iPhone 7 Plus. Даешь в долг? Нет, не даю, потому что моя мама занимается эзотерикой и запретила мне это делать. С недавних пор не даю. Сколько или что предлагали за секс? Буквально недавно тоже предлагали машину. У тебя есть машина? Нет. Какой у тебя телефон? Pro Max. Сама купила? Да. Насколько ты ревнивая? Очень ревнивая. Ревную друзей своих и любимого человека. Всех близких моих. Ты росла в полноценной семье? Да. Твой первый поцелуй? 17 лет. Первый парень? В 11 лет. Тебе изменяли? Думаю, нет. Ты изменяла? Нет. Девственность до свадьбы имеет значение? Нет. Смогла бы выйти замуж за мужчину с ребенком? Если он отпустил ту семью полностью, то да, возможно. На тебя поднимали руку? Да, такое было, когда я сама на это выводила, а я еще та сучка. Поднимала руку на парня? Если мы игрались, то поднимала. Тебя предавали? Да, меня предавали. Мало того, меня предала однажды моя подписчица, которая нажаловалась, что ее дома бьют отчим, а мама улетела, ее некому спасти, и она попросила меня переночевать. Я ее собрала с собой домой. Потом на следующее утро мне звонит мама и говорит то, что натравит на меня СМБшников. И натравила. Ты предавала? Нет. Да. Домогались? Да, в 14 лет водитель такси домогался до меня, но я сбежала на светофоре, потому что... Все. Как относишься к лесбиянкам? Хорошо. А к геям? Отлично. А если это твой сын или твоя дочь будет? Я приму это. Был однополый опыт в твоей жизни? У тебя есть друзья или знакомые другой ориентации? Да, есть. Самое главное в отношениях? Доверие, быть на одной волне, по одному течению, понимать друг друга. Насколько важнее секс в отношениях? Секс не на первом месте в отношениях для меня. Часто плачешь? Нет, очень редко. Когда в последний раз плакала? Месяца 3 назад. Веришь в дружбу между парнем и девушкой? Абсолютно.
Много у тебя друзей, которых ты держишь во френд-зоне? Немного. Во сколько лет в первый раз попробовала алкоголь? В 14 где-то. Как часто пьешь? Почти каждые 2 недели. Самый худший твой поступок по пьянке? Я очень много выпила и первый раз решила попробовать траву, покурить. И чуть не откинулась. Не делайте так. Употребляла наркотики? Траву. Сколько у тебя татуировок? 2. Я о них очень жалею, на самом деле. Нужно с умом подходить к этому. Ты красивая? Да. Какой у тебя есть комплекс? Я не буду его говорить. Любимое матершинное слово? Бля. Самое главное во внешности мужчины? Жирок. Часто врешь? То, что выхожу, часто вру. Каждый день, по 2 раза. Ты сплетница? Нет. Есть ощущение, что за тобой следят? Алкаши у моего подъезда следят за мной тебя. Как тебя хейтят? Максимум, что мне пишут, только то, что я не натуральная. Плохого. Что скажешь своим хейтерам? Я вас люблю. Все мужики козлы? Нет. Часто смотришь порно? Да. Насколько ты оцениваешь свою красоту от 1 до 10? На 8. Ты должна быть правильной? Только если для мамы. В Инстаграме я должна быть правильной. С милым рай в шалаше? Да. Если парень напишет в директ, ты ему ответишь? Нет. Сколько только у тебя было? Только по рекламе. Окей. Сколько у тебя было парней? 1 был парень, но назло ему я разговаривала, общалась с другими, проходила мимо. А сколько партнеров? 1. Хочешь уехать? Нет, я люблю Ташкент, но путешествовать, конечно, да, хочу. Как можно познакомиться с тобой? Через знакомых. Какая у тебя репутация? Нормальная, наверное. Инстаграм приносит тебе счастье? Да, когда мне одиноко, я всегда с подписчицами общаюсь, и они меня спасают. Накручивала подписчиков? Сама не накручивала, но участвовала в гиве, и это была накрутка, да. Самый обидный комментарий? Когда затрагивают внешность. Делала пластику лица или тела? Да, но сделала. Размер имеет значение? Нет. Ты принцесса? Мамкина принцесса. Да, я принцесса.